Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим праздничный рулет из скумбрии. Готовится такой рулет несложно, получается вкусным и на столе выглядит красиво. Я буду делать 3 рулета и мне понадобится 3 тушки скумбрии. Каждую рыбу моем и удаляем внутренности и голову. Скумбрию разрезаем с одной стороны до хвоста и аккуратно вынимаем хребет и кости. Костей у скумбрии немного и удаляются они легко. Так разделываем все 3 рыбы. Каждое филе скумбрии солим, перчим и поливаем соком лимона. Готовим начинку. 200 грамм сыра трем на крупной терке. Для начинки одной скумбрии понадобится примерно 70 грамм сыра. Мелко режем небольшой пучок укропа. В миске смешиваем тертый сыр и нарезанный укроп. Сырную начинку выкладываем на одну из половинок филе скумбрии. Накрываем второй половинкой филе и немного поправляем начинку, чтобы она оказалась внутри скумбрии. Берем нитку и плотно обматываем фаршированную скумбрию. Подготовленную скумбрию кладем в форму для запекания и накрываем фольгой. Рыбу ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем примерно 45 минут. В последние 5 минут запекания снимаем фольгу с формы и даем скумбрии подзолотиться сверху. Рулеты запеклись, охлаждаем их до комнатной температуры, а затем в холодильнике. И снимаем нитки. Холодные рулеты лучше нарезаются. Если скумбрия будет плохо нарезаться, ее можно поставить в морозильную камеру на 20 минут. Такие рулеты можно приготовить заранее, плотно замотав их в пищевую пленку и заморозив. Праздничные рулеты из скумбрии получились очень вкусными и ароматными. Филе скумбрии отлично сочетается с сырно-укропной начинкой. Обязательно приготовьте такие рулеты, тем более готовятся они очень легко. Если вам понравился рецепт такого праздничного рулета из скумбрии, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал «Готовим дома». Заходите на мою страничку в Instagram и принимайте участие в марафоне. Ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.